Всем привет! Меня зовут Лукьянов Александр, я топ-партнер сервиса UDF. В России я работаю с такими известными клиентами, как МТС Касса, сеть кондитерских Шентимель, Федерация йоги и туристическое агентство Азия Go. Почему более 10 тысяч предпринимателей малого и среднего бизнеса выбрали использование нашего сервиса? Потому что он увеличивает стоимость их бизнеса. Как? Очень просто. Любой бизнес имеет цену, любой бизнес – это актив. И потенциальному покупателю бизнеса не так важно бэушное оборудование, не так важно арендованные помещения или персонал, который может завтра уволиться. Ему важна клиентская база. Чем больше клиентов в базе, тем выше цена бизнеса. Каждый клиент, который получает вашу электронную бонусную карту, попадает в ваш личный кабинет UDS, в вашу клиентскую базу. Вы автоматически получаете его контакты и имеете возможность с ним коммуницировать через приложение. Именно такая клиентская база увеличивает стоимость бизнеса минимум на 20%. Смотри видеоурок до конца, и тебя ждет еще один полезный бонус. Итак, как сделать так, чтобы 80% ваших клиентов скачивали приложение, получали бонусную карту и увеличивали стоимость вашего бизнеса? Обучите ваш персонал следующему алгоритму. Первое. Установите каждому сотруднику на кассе приложение UDS Casher с логином и паролем, который вы ввели в вашем личном кабинете. Либо используйте веб-версию UDS кассира. Второе. Научите персонал задавать каждому клиенту вопрос до покупки. Есть ли у вас наша электронная бонусная карта? Третье. Клиент скачивает приложение UDS. Процедура занимает 30 секунд, никаких анкет, никаких пластиковых дисконтных карт, быстрая регистрация клиента через соцсеть, Google аккаунт или email. Четвертое. Передача бонусной карты. Кассир нажимает в приложении UDS Casher кнопку «Пригласить», а клиент своим приложением сканирует промокод с телефона кассира. Бонусная карта получена. Пятое. Научите клиента через ваш персонал трем основным функциям бонусной карты. Копить баллы со своих покупок, общаться с бизнесом через сообщение в мобильном приложении, рекомендовать друзьям ваш бизнес и копить баллы с каждой покупки друга. Шестое. Начисляйте клиентам бонусные баллы. Кассир сканирует код на скидку, выставляет сумму заказа, списывает или накапливает клиенту баллы, производит прием денег от клиента. Итак, что вы получаете в итоге? Вы, как собственник бизнеса, видите всех клиентов и все операции в вашем личном кабинете UDS, либо используете мобильное приложение UDS Admin. По сути, такой онлайн-контроль позволяет вам контролировать собственный бизнес из любой точки света. В России UDS интегрируется с 95% учетных систем, что позволяет не пользоваться отдельным мобильным приложением, а начислять клиентам баллы прямо в учетной системе, например, в 1С, AirKeeper или Айка. Ну а теперь обещанный бонус. Скачай пошаговую инструкцию для своего персонала по работе с UDS под этим видео. В следующем видео мы разберем, как получить за год от 1 до 3 миллионов рублей профит от мобильного приложения UDS. Я расскажу, как настроить бонусную программу так, чтобы увеличивать средний чек, увеличивать возвратность, получить бесплатных клиентов по рекомендациям и настроить KPI для вашего персонала. Всем успехов в бизнесе! Увидимся!